Всем привет! Продолжаем постройку краза. Вот он весь разломанный валяется. Была у меня неудачная печать. Двери почему-то повело. Но я так понимаю, то, что в проекте стоит зазор, между, чтобы двери открывались. Вот. И получается, не пошла почему-то дальше печать. Вот. И короче, дверь не получилась. Кабина у меня порезана на несколько частей, как вы видите. Вот крыша есть. Крылья, кстати, делал два раза. Тоже что-то с печатью у меня накрылось. Но второй раз хорошенькие получились. Вот. Морда получилась с первого раза шикарная. Вот. Решеточка вот такая вот копийная вставляется. Вот, тоже тут, в принципе, и пазы, все шикарно, радиатор шикарный. Так, одной рукой не получается. Вот, все шикарно вставляется. Вот, решеточка. Потом я вот здесь, чтобы печатать стоя, я срезаю, сделал в проекте накладные, как бы говорится, жабры отдельным элементом, просто потом их приклеим, отдельно загрунтуем, все сделаем. Так, и здесь у меня, значит, допечаталась задняя часть. Так, смотрим. Хорошее качество. Это под окно, оно выламывается, поддержка, здесь поддержка. Но почему-то немножечко повело, он играет. Но это, как говорится, фенчиком погреем, на место все встанет. Так, и вот я отдельно сделал. Отдельно я сделал двери. О. Ладно, сейчас я это открою. Вот, и отлеплю. И получается то, что. О, сейчас. Так, вот такая вот дверца, поддержку из, возле ручки отковырнем. Вот. И вот такая дверь уже ровненькая у нас будет становиться. Вот эти все элементы, вот про что я говорил, видите, тут прорезь. И, соответственно, когда он ровно начал печатать, он, ну, не склеил эти два слоя, потому что между ними есть промежуток. Соответственно, он печатал-печатал и на пустоту начал накладывать, оно не прилипло. И, как говорится, когда уж зацепилось впоследствии печати, тогда только и пошло. Ну, пришлось вот так вот, вот мне сделать. И дверь у нас, получается, будут отдельными элементами. Но это, с другой стороны, и к лучшему. Их отдельно можно загрунтовать, как говорится, зашпаклевать, всех довести до ума и сделать открывающимися. Так что сейчас все в кучку собираю. И, получается, буду печатать капот. Капот тоже интересный, потому что он как бы должен тоже открываться. И в печати надо будет тоже нам сейчас покумекать, чтобы петелька хорошо вышло. Соответственно, сейчас порежем мы его капот и поставим на печать. Наверное, будет двумя половинками и печататься. И печататься две половинки рядышком будут. Ну все. Ждем сборки. Не знаю, буду ли я его полностью склеивать или нет. Посмотрим тогда. Но для образца, конечно, я вам его покажу. Так, всем привет! Сегодня у нас с вами вот такой вот интересный проект. Кто догадался, пишите. Вот такая вот кучка деталей для нашей град-установки. И следующим пунктиком, следующей деталью будет усовершенствование нашего ГАЗ-66.
это детали под запасное колесо с ящичками со всеми и кузов. Посмотрим, что у нас напечатается. Так, ну что, держатель запасного колеса на ГАЗ-66 отпечатался. И борта тоже отпечатались. Единственное, что я не делал поддержку, но вроде в одном местечке вот лоток подчистить надо будет. В принципе, вот поддержка была от низа. Получается, вот этот борт вот сюда будет. Вот так. Во. Так что снимаем и печатаем оставшиеся детальки. Вот такой. Это у нас вперед. Это у нас зад. Чик. Чик. Нормально, в принципе. А это у нас крылья. Ну все, сейчас соберем. Еще у нас будут нижние части, которые будут прикрепляться к дну. Дно мы с вами будем делать из пластика ПВХ. Вот, потому что смысла нет печатать. И здесь вот еще у нас бампер печатается. Допечатался бампер. И допечатались типа брусочки, я их называю. Это под кузов, который приклеивается. Ну все, ждем следующий.